Один поступок, совершенный по глупости, способен испортить человеку жизнь, доставив массу трудностей. Это прекрасно известно героине сериала «Ищу тебя» от канала «Домашний». Сериал заставил зрителей сделать выводы, и многие хотели бы узнать, будет ли продолжение. Роман и Берта были молоды и влюблены, их отношения постепенно развивались и, возможно, однажды привели бы к созданию новой ячейки общества. Но поездка с друзьями на дачу перевернула все с ног на голову, как и жизнь Берты. Главные роли в картине исполнили Лянка Грю, Лидия Милюзина, Станислав Бондаренко, Кирилл Плетнев и другие. К сожалению, премьера второго сезона мини-сериала «Ищу тебя» не планируется. История рассказана полностью. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.